Спасибо большое. Я хочу попросить присутствующих в зале Майю Михайловну Плесецкую, Родиона Семеновича Щедрина, выйти на сцену вместе с нами. Мы скоро с вами встретим новый 2010 год. Мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Мы хотим поздравить всех, кто любит музыку, поклоняется музыке, театру в России, конечно, в Петербурге, во всем мире. Мы, присутствующие на сцене от имени коллектива Мариинского театра, от всех российских артистов, а здесь представлены легендарные русские артисты, выдающийся композитор Родион Щедрин и легенда русского балета Майя Плесецкая. Здесь наша молодежь, здесь наши творческие коллективы, оркестр и хор Мариинского театра. И здесь наш гость Вирольд Уайт, который сегодня развел с нами. Мы ждем вас в новом году много-много раз здесь, в этом зале, в Мариинском театре. Надеемся, что вы будете здоровы и счастливы, ваши близкие, ваши семьи. И вам всегда будет хватать времени на встречу с прекрасным, особенно с музыкой. Дай Бог всем удачи в новом году. I can only say с Новым годом. What a and thanks to all these wonderful people who made me feel welcome in St. Petersburg, my first time in Russia, and it has been a great pleasure. Thank you very much. I even enjoyed the snow. Дорогие друзья, дорогие петербуржцы, мы третий день здесь под огромным художественным впечатлением. Все, что мы услышали, было исключительно на высочайшем уровне. Я так счастлив, что в наше непростое, совсем непростое время вот эту эстафету поклонения святому искусству в Питере живо и горит прекрасным огнем. Я вас благодарю и поздравляю от всей души с Новым годом, чтобы он принес такие радости, как вот эти вот дни, и чтобы впечатления наши о жизни стали бы еще и еще прекраснее. Поздравляю вас от души. Я поздравляю всех с Новым годом и желаю самого-самого, что вы сами себе желаете, и побольше, и почаще слышать такое великое искусство, которое вам дает Валерий Гергиев, гений номер один сегодня в мире. Браво, браво.
До встречи. Rose.